чего ожидать по пути внутрь фабрики. Будьте осторожнее. И еще одно. Взрыв боеголовки может повлечь самые разнообразные последствия. Конкретнее. Вам может угрожать опасность заражения мутагеном. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку, используемую как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Ребята, всем приветик, с вами Дэмси, и сегодня мы продолжаем проходить Far Cry 1. Как я уже говорил, сразу после прохождения кампании, в смысле истории, мы с вами будем делать мифы на основном канале. Ну конечно же, чистить территорию буду. Так, давайте все прогрузим. Чистить территорию буду я, ну кто еще, блин, кто еще в этом разбирается? Они еще какие-то бронированные стали или... Я, кстати, только что посмотрел, у меня стоит сложность хард. Каким образом хард у меня стоит, я не знаю. А хард это очень плохо, как вы можете понимать из названия. И поэтому меня так выносит быстро. Это, думаю, что за фигня постоянно с этими трайгенами, с этими военными, они какие-то неубиваемые. А Кроу я вообще молчу, Кроу мы не могли убить с ракетницы. Чё-то они такие меткие. И да, кстати, они еще и меткие на харде. Да блин, помоги мне, меня сейчас грохнут. Еще пару человек осталось, но они бронированные. Меня сейчас грохнут. Их осталось двое. Естественно, что он попадет мне прям в голову, да? Ну, давайте последнего замочим. Как-то... О, мы его замочили. Учись, Вэл, учись. Мы завалили всех на сложности Hard, а также ну, не погибли, по крайней мере. По идее, на этих уровнях уже будет пулемет, и нам, в принципе, не помешало бы его взять. Как вы думаете, стоит брать пулемет? Я, правда, не знаю, как там с патронами к пулемету, как оно все будет. Я думаю, на месте разберемся. Чуть мы взяли. Явно патроны не для петуха. Кстати, давайте погромче сделаю. Вот так. Ой, не сюда, извиняюсь. Хотя нет, это слишком громко, по-моему. Вот, да. Вместо чего возьмем? Петуха? А мало ли с петухом будут ходить? Вместо мачете. Оно здесь вообще не надо. Хотя с ним быстрее всего бегать, но... Господи, ради этого экономить? Все окей. Давай к нам. Валерий на подходе. Еще пару секунд. Не Валерий, а Валерий. Понимаете ли? Интересно, если ее взорвать вот так вот? Как говорится, уничтожить или... Ну, короче, да. Разорвать ей все клетки. Она выживет? Наверное, выживет. Это же Far Cry. Тем более первый. Мне кажется, я все-таки зря выкинул мачете. Хотя, что он нам, в принципе, даст? Да ничего. Давай, задави меня еще. Ты же любишь. Джек, мне надо подождать. Окей, окей. Так, я с пулеметом. Теперь у меня вместо петуха пулемет. Ты слышишь меня вообще? У тебя всего лишь МП5. Следующая дверь закрыта. Ты должен найти способ открыть ее и дать Вэл пройти в другой отсек. Да уйди ты, блин, у меня пулемет. Сейчас я разберусь с ними. Хотя нет. Нет, хотя да. Взять его. Чувак, не беспокойся. Походу, они меня пытаются окружить. Тем более, у них брони нету. Или это я ее так хорошо пробиваю. Хотя этот довольно живучий был. Чел, чел, я тебя видел. Чел, чел, чел. Одно хорошо, хоть перезаряжаться не надо. Долгое время перезаряжаться не надо. Все, по идее, это все.
Нет, не все. Кого мы упустили? Странно, тут что, еще один прячется где-то? Эй! А, то ли здесь, то ли наверху. Нет, здесь мы всех завалили. Где патроны для петуха? Я хочу патроны для петуха. Если не будет патронов для петуха, зачем я сюда вообще пришел? Нифига ж себе. Теплый прием. Ну так можно и здесь всех замочить. Кто? Ты меня даже не видел. Че ты вот начинаешь, чувак? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Никто ничего не видел. Ах вы с пистолетами, козлы. У меня пулемет, заткнись. На. Столько потратил, в итоге никого не убил. Чего-чего ты там говоришь? Все чисто, все пока на мази. Подожди. Мне нужны патроны для пулемета. Блин, ну петух, он более такой маневренный, что ли. Маневрирует, а этот... Кстати, патронов для пулемета тем временем я не вижу. Может, я забыл их взять? Хотя он... Одинаковые же, да? А, одинаковые, то есть можно эту... Не знаю, на что менять ее, если честно. Молодец, Джек, все. Ты почти на месте. Спасибо, спасибо, я прям в шоке. Да неужели, что, врагов всех уже разобрали? Ну, конечно, здесь будет Вэл делать все, потому что я тупой, я ничего не знаю. О! А где для петуха? Че, уже не рассчитано, что ли, на петухов? А я хочу быть петухом. М-ку уже не берем, она без надобности вообще. У нас есть вот это вот. Пулемет для Раша. Как я любил рашить, а? Только, правда, у меня... Жалко петуха, конечно. Придется петуха поменять на дробовик или на пистолет. Или на снайперку. Лучше на снайперку, мне кажется. Надо петуха уже выстрелить полностью. Окей, Джек, осталось последнее. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. Ты слышишь? Подождите, а ну-ка петуха протестируем, как он их убивает. Нет, плоховато. Держись, у нас кто-то на хвосте. Брать пулемет и все. Да вы потеряли уже своих дружков практически всех. Ох, у них броня. Чувак, ты ничего не понял? Он нас не заметил? Серьезно? Ну да, он не успел сориентироваться. Вдруг это был союзник. Действительно, я так похож на союзника. Тут только Вэл пройдет. Вы, блин, прикалываетесь? Петуха можно уже выбросить, но не знаю пока на что. Не знаю вот серьезно, на что его пока. А ну-ка. Здрасте. Что? Вэл вообще собирается там ко мне? Да. Блин, ну заодно, одно вот не нравится в концовке сразу. Что тут нету патронов для петуха. Вообще нету. А здесь мы умрем? Наверное, да. Поэтому не буду я там стоять долго. Следуй за мной, Джек. Нам надо найти сыворотку. Что это за место? У меня никогда не было допуска в эту зону. Судя по тому, что я смог перехватить со спутника, здесь Кригер проводил третью стадию своих экспериментов. Он так сильно торопил события, что стал использовать в качестве материала для опытов живых существ. В них траген сыворотку. У них были планы создавать трагенов из зародышей. Из зародышей? Дойл, мы в лаборатории. Окей, время колоть сыворотку. Найдите красный контейнер с эмблемой из трех колец. В чем дело? Не люблю уколы. Думаю, из тебя выйдет прелестная мутанша. Сыворотку следует вколоть в шею. Бывало и хуже. Идем. Вэл,
Активируй боеголовку. Джек, прикрывай ее любой ценой, она не сможет обороняться. Двигай, быстрее! Как не сможет? Че, у нее рук нет? Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Че, они оттуда пойдут? Эй! У нас посетители. Их не... А, ну да, я вижу. Сейчас гранату потестируем. Хедшот? Что? Там никто не выживет. Вау, я думал, это у тебя такой прыжок, блин, перекат. Чё-то изи. Это кто гранату кинул? Они что ли? Впервые я узнал, что они гранату умеют кидать. Как идет процесс? Валерий! Я здесь всех перемочил. По-моему, даже зашел туда, куда не надо заходить. Чтобы они ее убили. А, они ее сейчас грохнут, блин. Да ты, блин, стояла... И тебя мочили. Конечно, они ничего. А я такой покинул ее, а она, блин, бессмертная, оказывается. Ну, относительно. Что-то ее очень тяжело убить. Люди. Че ты стоишь? Работай давай, стоит она, блин. И только после того, как я сказал ей об этом, она тут же начала работу свою. Гранату кинул? Спасибо, информация весьма полезная. Да, короче, раш. У меня патроны кончились. Да, друг жив. Здесь становится жарко, Вэл. Поднажми. Какой жарко, это норма. Джек, ты же с кровью имел дело все время. Да не буду я сосать. Сосать я не буду, можешь не предлагать. С бронежилетами, блин, с... Этими, господи, как их там кличут. Со щитами, во. Да подожди ты. Я должен всех в голову замочить, обязательно. Да ты серьезно, что ли? На него пулемет вообще, по-моему, не действует. Эй! Пулемет вообще бесполезная штука. Штука бесполезная. Подожди, патроны взять надо. Тебе-то пофиг, в тебя не стреляли. О, вот и все. Ты ничего не заметил? Подожди, я иду в раш. Ай, друг, ты жив? Да, друг твой жив, так же как и ты. А этот с чем был? О, вот на что можно петуха поменять. Идем. Есть одна идея. Стой! Да! Да уйди ты, блин! Убили меня, да? И она тут же сдохла возле меня. Как романтично. Я предлагаю взять... А, ничего не предлагаю. Я просто не всех перестрелял. Они что, сзади обойдут? Серьезно? Да, он даже не понял, кто по нему стреляет. Ну да, конечно, с этой стороны. Обязательно с этой стороны. Вот обязательно. Стой, патроны взять. А, у нас полный... Серьезно? Ладно. Теперь нам ничего не угрожает. Ну конечно, кроме этих чуваков, которые пытались кинуть гранату, судя по всему. Чувак, уже не важно. Главное, что ты мертв. Наполовину. Чё делаем? Нифига себе ты ногами крутишь. Даже я так не умею. Тут, кстати, на какую-то клавишу можно переключиться на третий...
на камеру от третьего лица. Так, тут все мы обыскали, там что? Я знаю, что там выход. А, тут все. Все, короче, побежали, уровень, считайте, пройден. Будущее. Человек больше не царь природы. Жалкие людишки, подобные тебе, скоро вымрут. Я не изобретал ничего нового, лишь подтолкнул эволюцию на 1000 лет вперед. Выживает сильнейший. Удачи! Вот спасибо.